Здравствуйте, я хотел спросить, а вот до 23 работаете, да? Да. А, все, ясно. Спасибо большое. Да я посмотреть хочу. Обязательно предупреждаю сразу, здесь зашли, выход только в ту сторону. Ой, тогда я здесь. Хорошо? Хорошо. На всякий случай. Сколько там натикало? Холодные просто у вас руки. Молоки получше. Лишь бы не горячие. Видите? Ну, как 36,5. Слушай, как в аптеке? А на лоб, ну-ка. Вот, 36,1. Пониженная. У вас окей. С улицы, потому что. А, понял. Можно попробовать холодно. Да, 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 точно. Буду знать, спасибо. Я все время тут, когда подожду тебя, ищу, а тебя нет. Где ты работаешь? А я наверху в Константине. А, ты там работаешь. Да, да. Я не знаю. Паша уже 10 раз обожду сказала. Нет, не здесь. Thank you.
Thank you.
Здравствуйте. А вы не подскажете, до скольки вы работаете? Понятно, спасибо. А что там в принципе находится? Смотровая площадка, ага. Набор. Ага, то есть это только смотровая площадка, да? Смотровая площадка, ага. Ну, можно там кафе или что-то такое. Можно взять. Ага. Ну, я просто... Они тоже до 11 работают, да? Вот, вернее, вот это вот место. Угу. Сейчас я быстро... Вам же можно заплатить? 200 рублей. Очень хорошо, сейчас. Наличные. Хорошо, сейчас я посмотрю. Нажму на замышки. Так. 50, ой, 100 рублей, да? Так, и вот так я. Да. Угу. Всем спасибо. Предъявлять, да, надо как будто? Хорошо. Давайте вам печать поставлю, чтобы вы могли сюда подниматься. Да я, так сказать, не хочу. Если вы хотите заходить, и там на втором этаже вас качели, то мы покажем. Хорошо, спасибо большое. Thank you.
Спасибо. Здесь проводится прикольно. Общественные свободы, еще однако. Цифровые кольца. Там они даже не совсем в масштабе. И в этом не кризисе. Они как-то заебали, делают. Для всех очень близко, но это как цифровая кольца. Но ты это пили.
деньги заработаем.